Свое особое отношение к соседям и к своим братьям, как часто говорит первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, подкрепил накануне, наградив Сооронбай Жээнбекова. Однако очень интересная деталь этой встречи прошла незамеченной. Назарбаев на встречу упомянул маленький поселок Иджайло близ села Быстровка Чуйской области. Нет казаха, который знает кыргызов лучше, чем я. Я родился и вырос на Алатау. Все родные, близкие и сватья живут на Жээнбеков-Конур близ Быстровки. Потому я хорошо понимаю кыргызскую душу и знаю все ее секреты. И именно поэтому я очень люблю ее. Любит, и любит он не только этот край и живущих здесь людей. В этом селе Кичикимин живет его первая любовь Турган Абдыкеримова. Романтическая история тогда простых, молодых и наивных людей началась в 1957 году. Вспоминает события 60-летней давности. Турган апа очень легко. Что я с Назарбаевым встречусь, это, ну, как сказать, это просто случайность. Это через родственников мы познакомились. А потом не всегда все предлагают выйти замуж или жениться. Это редко. Он мне предложил жениться. И, потому что мама его меня видела, отец меня видел. Пытался покорить сердце 19-летней студентки мединститута Нурсултан Назарбаев стихами и песнями, как на казахском, так и на кыргызском. Тогда молодые понимали друг друга и без слов. Как вспоминает Турган апа, Назарбаев мог вскружить голову любой девушке. Однако запала в душу, видимо, только одна. Анекдот очень много-много рассказывал. Былицы, не былицы, он мог голову заморочить любой девушке. Молодости всем же веришь. Думаешь, все так, действительно так. А он мог такие интересные рассказы рассказывать. Думаешь, вот какой он мир, какой он мир. Хэппи-энда в этой истории не случилось из-за отца Турган апы. Аксакал наотрез отказался выдавать замуж свою старшую дочь за казаха. Не хотел он разлучаться с ней, отправлять вдаль. На вопрос, не жалеет ли Турган апа об этом отказе, говорит нет. У каждого сложилась своя жизнь, и своей она довольна. Сегодня она счастливая мама двух сыновей и бабушка нескольких внуков. Ей 79, и она на несколько месяцев старше Нурсултана Назарбаева. Перизат Бакытова, Гульчирок Азымкулов, Нью-ТВ.